Всем привет! Сегодня у нас холодно, ветер. Конечно, вчера был сильный дождь, целый день лил дождь. С утра вот я еще снимала, были кадры, ничего так, более-менее прилично. А потом ливень, целый день лил. Самая противная погода, на самом деле, очень не люблю я такую погоду. Не люблю сырость, не люблю холод, не люблю зиму, не люблю осень. Я как-то больше по теплу. Что мы сегодня будем делать? Я не знаю, что мы будем делать сегодня. Но, по сути, сегодня нам обещают погоду без дождя. Значит, можно смело выпускать всю птичку, гулять, особенно уточек. Сейчас я этим и займусь. Дальше мне нужно доделать мои досточки. За ночь все, что можно было, впиталось. Я уже посмотрела, воск впитался не полностью. Значит, его нужно аккуратненько, излишки убрать тряпочкой. Больше я не буду, по идее, пропитывать эту доску. Ну, а ту доску, где у меня было масло, я пропитаю сверху еще воском. Вообще, вчера насмотрела столько всякой красоты из дерева. У меня пол сарая завалено различными деревяшечками, которые мы оставляли для поделок, для каких-то вещичек красивых из дерева. Поэтому вчера насмотрелась, насохраняла себе образцы. Будет у Саши выходной, попрошу его что-то мне помочь, напилить, зашкурить, может быть, зашкурю сама, не знаю, но, по крайней мере, точно напилить, и тогда буду заниматься сейчас осенью, зимой поделочками из дерева. Нравится мне работать с деревом, вообще, вот сейчас и с воском понравилось. Хочу научиться делать свечи из воска, из вощины, но не знаю, как это сделать. Ну что, поел? Иди ко мне. Давай покажемся. Иди. Ох ты, елки-палки. Ты откушался. Вот. Буду заниматься поделками. Как-то, по крайней мере, пока настроена на это. Что еще хотела сказать? Просыпаюсь я, подъем, точнее, у нас в 5:30. Сейчас вот 10:00. Честно говоря, с утра что-то ничего путного не сделала. Я смонтировала видео. Сейчас оно загружается. Вообще хочу монтировать видео с вечера, не знаю, пока еще мне тяжеловато это делать. И чтобы уже часов 8-7 оно было выгружено на YouTube, как раньше я это делала. Но пока что-то с утра у меня получается монтировать. Да, сымик, мурлыка, помурлыч. Сегодня долго думала, что сегодня приготовить, очень долго все думала, и это готовила, и что же все-таки приготовить. Решила сделать селедку под шубой, так как мы давно хотели, она у нас еще в холодильнике лежит, и к селедке приготовить картофель по-деревенски. Мы на самом деле очень редко едим картофель, очень мало, мы его не любим, мы мало едим горячие супы, да, очень мало, и не все супы. И картошку практически не едим. Но вот я решила селедку сделать. А что к селедке подать? Так-то, в принципе, селедка — это самостоятельное блюдо. Но мужчина одной селедкой не наестся. Я-то, в принципе, с хлебушком, да, и все хорошо. Селедкой под шубой, салатиком. Ну, а добытчику, хозяину надо что-то еще помимо этого. Поэтому буду делать картошку. Вообще картошка очень тяжелая, на самом деле, пища. И для организма, и так, поэтому мы ее практически не едим. Да, Сэмик, а ты-то тем более не ешь картошку. Ладно, смотрю, у меня там уже камера вовсю мигает красной батареей. Поэтому пойду сейчас выпускать птичек. И мы с вами сегодня еще увидимся обязательно. Где? Кот, обормот. Пузан, натрескался котера. Мяу, вредный. Скоро домой пойдешь, да. Будешь жить с нами? Пойдем камеру выключим. Ну что, мурлыка-то. Противно на улице, Сэмик, противно. Скоро будешь на диване спать, на батарейке греться, да. С собаками бегать.
Микрофон не грызть. Вставай. Ну давай, надо встать, Сэмик. Ой, елки-палки. Тихо. Да. Держи тебя, корм. Дай. А это он у нас вискас кушал. Жидкий. Ну, тепленько можно подлить. Я завтра буду убирать лотки все. А мы пойдем сейчас всех кормить. Сегодня решила немножко поснимать кормежку нашу вечернюю. Ясно сегодня, светло. Поэтому пойдем кормить. Так, рук ни у кого нет открыть, да? У нас вон закат. Закат какой красивый. Очень красивый. Что у нас, бегрянка? Это, которая летает. Обалдеть. Да? Закат вообще великолепный. На завтра вроде как ясно тоже будет. Я сегодня даже вам не показываю, как я готовила, да? Вы все рады? Сегодня у нас чисто деревенский. Птички. Ну да, кроме птичек никого нет. Это рассвет. Да я уже три раза его рассветом назвала. Вот там. Сейчас на работу буду собирать. Ой, красота. Прелесть. Пойдем Кузю кормить. Что у нас по яйцам? Ох. Раз яйцо. Обалдеть. Вот это интересно. Одно яйцо на всех кур. Девчонки, что случилось? Почему сегодня так мало? Вагончик. Утро еще рано. А, то есть утрешнее, да, это яйцо? Кто-то так с позаранку снесся. Да, это еще не яйцо. Обалдеть. Сейчас посмотрим, что там у беленьких и черненьких. Только все разнеслись так хорошо. Ой, здесь одно яйцо. Темно, правда. Цыпунь, иди сюда. Давай, все. Еще не хватает. Цыпа. Заходи. Давай, скорей. Еще одна где-то белая ваша. А, все. Вот это ты орешь. Да, завтра вас надо Ты совсем не Сэмик. Что я совсем? Не Сэми. Блин. Да куда ж ты? Оттоптали? Царай в эту. Не могу же я все-таки не показать, чем мы сегодня будем ужинать. Это у нас селедочка под шубой, как я говорила, и картошка по-деревенски. Да, картошка. Но это еще не все. В духовке подходит кекс. В общем-то, буду я, наверное, сегодня заканчивать. Не хотелось мне сегодня готовку снимать, ничего. Сделала еще доски. Но завтра уже покажу, что и как. Всем спасибо за внимание. До новых встреч и всем пока-пока.